Такс, приоткроем этот ларчик. Вижу тебя, Фрюер. Могу открыть дверь. Будь спок. Сложно. Я ж без таблеток. Ты достал. То есть? Таблы тебя не спасут. Завязывай ныть. Отрасти уже яйца, блин. Окей, окей. Сейчас сделал, но дверь открылась. Я захожу. Встретимся внутри. У кого-то из них по-любому есть коды доступа. Море волнуется. Раз. Кот, на месте замри. Задумал. А у крысы спрятаться не получится! Блин, надо сваливать! Хочет вырубить меня этим распуком, скотина поганая! Чего? Нужно его выключить!
Я не могу их обойти. Подожди, ты где-то близко. Куда это ты собрался, Рэй? Видишь меня? Да, но придется попотеть. Говори, куда идти. Слушаю. Давай. Так, вперед. Давай! Давай! Ну, вперед! Пошел, пошел! Окей, иди! Ну, быстрей! Давай! Пошел, пошел! Ну, вперед! Вперед! Я прошу. Откроешь мне дверь? Да. Мы как, близко? Тут все поменялось, но если планировку сохранили, то мы близко к центру управления. Круть! Встретимся там! Я есть бог! Из машины! Thank you.
штанги! Отключайтесь. Чтобы он остался в игре, продолжайте смотреть. Отключайтесь! Иначе совесть загрызет вас, уж поверьте моему опыту. Я, может, и виноват. Но вы чего повелись на сказки этого дебила? Я заслужил наказание! Не вы! Не вы! Что ж, выбор сделан! Прощаю, Дэй! Ольга! Сайонара! Подними мальчику! Мобилу подними! Решил, ты ласты склеил. Главное, ты лежишь и не дышишь. Но я скорую не вызывал. Вдруг очнешься и станешь орать на меня. А? Я в норме. Ну, и какого черта ты лыбу тянешь? Тебя, похоже, не по-детски торкнуло, Фрейер. Может быть. Слышь, Рэй, я подумал. А не уверен, что хочу валить из Чикаго, а ты? Готов смотаться отсюда хоть сию секунду. О. Хотя... Допустим, я останусь на какое-то время. Поискать бреши в сети Блюм. Поможешь мне? Ты еще спрашиваешь? Наша команда снова в строю! Но минус один. Ничего. Это поправимо. Есть тут один чувачок. Эйден Пирс. Издеваешься? Он же нервный какой-то. Ты ему привет, а он тебя в ответ полицейской дубинкой. Да. Он по-другому не умеет. Чё? Чё смешного-то? Блин, смеется он. Ну, прости, тоже штырит. Что мы пьем? Что-то под названием Замбези. А мое пиво куда дел? Я его вылил. Оно воняло.
Неужто пивом? Ну, уж точно не фруктами. О! Вот дрянь! От фруктов ни следа. Стоп. Вон оно чё. Ага. Послевкусие фруктовое. Проще будет соком взять. Ты безнадежен, Фрер. Твоя очередь. Чё там? Фастфуд. Бургер, хот-дог и пончик. Не. Блин, Рэй, ну чего ты ломаешься? Ты попробуй, не просто так народ это обожает. Чел, там в соусе химии на целую армию мутантов хватит. Нет. Да? Я же все выяснил. Там только майонез и специи. Ну не нуди, я ж с тобой выпил. Ты про вот эту тропическую бурдень, что ли? Нищетово. Рэй? Съешь этот сраный бургер. Нет. Жри. Нет. Хоть кусни. Нет, штандером шарахну. Эй, я тебе его. Сейчас, блин. Твою ты мать. Да не гони, он вкусный. Я бы сказал, охрененный. Ха-ха.